Короче, ребята, у меня уже огромный живот, понимаете? Он просто огромный. Знаете, какая неделя этому животу? Я сама не знаю, честно говоря. Ну, по-моему, уже 37-я или 38-я. 37-я. Ну, короче, максимум 3 недели. Но весь ППЦ заключается в том, что рожать нельзя до 9 октября, потому что звезды просто такие, что, блин, я не знаю, как бедный человек будет жить с такими звездами. Это просто вот позор матери-астрологу. Ну а что делать, блин, если он так пришел? Не знаю, что делать. Короче, до 9 октября, ребят, я не дохожу. Ну, честно. Ну, сами видите, что происходит. Но есть кое-что поинтереснее. Я буду его учить вот этому.